Итак, дорогие друзья, с вами, как всегда, Санчо Сейдфу. Мы проходим возвращение шрама. В прошлой части мы убили кучу бюреров этого, как его, как он называется там. Ну, я забыл, как он зовется. Библиотекаря убили, и теперь нам нужно добежать до нашего любимого бура, который находится у нас в том ангаре, в котором мы помним. Вы, я думаю, вы помните, в каком ангаре он находится. Что за звук, я не понимаю, но неважно. У нас есть куча патронов, и это не может не радовать, это замечательно. Давайте сходим и посмотрим, что нам будет. Опа-па. А, что-то подлагивает, ребята, извините меня, пожалуйста. Ёп. Вот, конечно, ёп нам не хватало. И мне сказали, что нужно, чтобы отключить худ у этого, мне нужно сделать вот что. Он выключен, и теперь мне нужно переодеть экзоскелет. Раз. Спасибо, ребята. Я вас люблю. И не думайте, что... Ну, я думаю, поняли, в каком смысле я вас люблю, как подписчиков. Спасибо, что смотрите. Так, давайте поговорим с нашим буром. С нашим буром. Как-то вообще можно поговорить с буром это? Кстати, мне нужна одна вещь. У меня ее нету. Просто в чем смысл? Бур может быть, может уйти куда-либо, он пойдет гулять, это очень плохо. Ну, короче. Теперь нам что нужно делать? Старый молодому тут внезапно ягутарь. Типа, давай чеши медленно, вон к тому дереву. Ну, молодой почала. Ну, встал, спрашивает, что молодец. Что ты делаешь? Спрашивает. Объясните мне. Там все пучком, или как? Ну, типа, пучком. Оу-е. Опять летание на вертолете. Я так понимаю, он куда-нибудь сюда сядет, да? Вон он, наш вертик. Так, нам нужно теперь... Вот мы взлетаем, и теперь нам нужно будет лететь. Ну охренеть, а ну что происходит-то вообще, ребята? Сейчас мы уже быстренько долетим до того места, и мне нужно будет отключиться. Так, теперь нам долететь до того места, я не помню, куда нам нужно лететь даже. По идее, куда-то туда. Куда-то сюда. О. Сюда, что ли? Меня скинули. Можем покататься, ребята. Но сейчас мы отойду, и мы покатаемся. Дорогие друзья, мы продолжаем. Давайте покатаемся. И уж завести успел. Так, второй вид нужно. О-о-о. Нифига себе. Стоп. Надо. Вот так вот. Эта машина получше будет. Но она очень... О, какой у него странный руль. О, как все странно. Как-нибудь через локацию можно переехать? У него маленькая скорость, и это очень плохо. Но все же нам дали покататься на таком виде машины. Это хорошо. О-о-о-о-о! Что происходит, ребята? Я не вижу своих жизней. Плюс. Да чтоб вас. А, мне еще за нока. Ребята, загружаемся. Блин, у меня так получилось хорошо. Меня убила аномалия. Чертова аномалия. Я так не люблю аномалию, блин. Вообще просто. Сейчас у нас, ребята, все получится. У меня тогда получилось, сейчас такого может не получиться, как вы понимаете. Потому что могу не врезаться в стену, могу не перелететь в стену. Тогда очень просто повезло. Так.
Ух, ни хрена себе. Стопы, ребята, у меня есть интересный план. Не врезаться в дерево, ну и не так вот уж. А, стоп, ребята. Как же я мог забыть то? Что же у меня в руках-то? Вот, красавец какой. Теперь мы перепрыгиваем и сами туда. Вот. Зашибись. Ну, а дверь-то что не открывается? О. Какой переворачивающийся Какая переворачивающаяся машина? Ни хрена себе. Ух, ни хрена себе тут нападение. Ребята, вы не охренели ли случаем? Ёп-ёп. Какой ёп? Куда ж ты летишь-то? Перевернись. Машина странная очень. Что-то она... Я так все патроны постреляю. Вот, замечательно. Фига у него с поворотами, как не ахти совсем. Она поворачивает очень странно. Та машина была лучше. Но это хоть какая-то машина. Топ, ребята. Включим фары. Они и так были включены, по идее. Зачем я сюда еду, я не знаю. Даем назад. Только осторожно. Давайте, нам нужно в X18. Теперь. Стоп, не сюда я выехал. Передача переключения слышно, что ли? Дерево. Не видно было его, по сути. Он плохо видно было. Тут даже не разгонишься нигде, по идее. Место такое. Прям пипец. Давайте прокатимся до конца локации. Что с тобой, Маши? Ребята, полет в космос. Что за глюк? Кто в меня стрелял, ребят? Опа-па. Ребятки какие-то. Снайперский этот получается. Ну, давайте мы используем реально снайперское оружие. Все. Да ну быть не может. Давайте посмотрим, что у этих ребят было. Они так вряд ли лягли. Прикольно. Гром. Тоже не прикольно. Есть один.
второй. Ай, хер с вами, ребят. По идее, сейчас игру. Сколько с них денег падает? Охренеть. Богатые буратины. Богатые. Ребята. Блин, и последний патрон был. Тут ни хрена себе. У них патрончики наносят. Ребята, вы с чем? Гром, опа-па. А ты-то тут кто вообще такой? Бандит. Денег что-то с них хорошо падает. Это не может не радовать. Фигня какая-то, еще один бандит. А ты у нас кто? Ты у нас не бандит. То денег с вас хорошо падает. Где наша точила? Крутая. Если ее можно так назвать. Нет, мы возьмем все-таки в руки лучше вот это. Так как это все-таки очень хорошее оружие. О. Блин, пипец, конечно, дробовик. Сейчас он упадет. Во-во-во-во. О, зашли. Это уже плохо, может быть. Хотя нифига не плохо. Не видно, ни хрена просто. Офигеть, у машины такое ощущение, что у нее работает только передние колеса, хотя она должна быть. Вроде я не помню, какой полноприводный, что ли, или нет, мне кажется. Ну да, конечно, нам на грузовике этого не хватало только. Что ж он на колесах-то не стоит никак, а? Долбанный этот грузовик. Ай, хер, давайте сходим на X18. Посмотрим, что у нас там интересно есть. Газовый этот, как он, кровосос. Извините меня за такой голос, просто у меня как бы это... Уже 3 часа ночи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вижу, за ней тоже есть. И что из этого? Ну что я? Сходил я туда, и что из этого изменилось? Очень понял я, ребята. Ну все же, кто у нас тут желтый, кстати? Джека Перес. Ты кто такой? А, я так понял, они все расходятся, да, наши друзья, да? Давайте поднимем нашу Феррари. Переворачивающуюся, как не знаю что. Что-то она не хочет подниматься, может мне все-таки поможет в этом деле снайпа. Ну вообще, в пули в молоко улетают, да. Вы слышите это? О, зашибись. Зато на ней можно так прикольно поводить тихонечко, маленечко.